Сегодняшняя встреча с Одесским городским головой господином Курхановым не носила просто протокольный характер. Речь шла и о том, о наших чаяниях. Мы вспомнили и об исторических связях Греции с Одессой. Мы обсудили празднование 200-летнего юбилея греческой революции в Одессе, которая будет проходить в 2021 году. Революция началась и в Одессе, и с Одессы основанием тут Филикии Рея. Одесса для греков имеет большое значение. И то, что Одесса для нас имеет большое значение, мы не просто говорим, мы доказываем и делами. Доказательством этому является и то, что на судах, которые являются под греческим флагом или являются судами греческих интересов, работают украинские моряки, которые привносят в экономику города Одессы, это по скромным подсчетам, до 3 миллиардов долларов ежегодно. То, о чем мы договорились с господином мэром, что несмотря на все те паузы, которые накладывает на нас пандемия коронавируса, мы будем продолжать и делать все необходимое для улучшения и развития наших отношений, как в культурном плане, так и экономическом и образовательном, а также и в обмене технологий, ноу-хау, да, и в спортивном, в области спорта. 27 октября открывается рейс авиасообщения Афины-Одесса. У меня уже прошли встречи с руководством Одесского аэропорта, и мы рассматриваем увеличение возможностей для увеличения авиасообщения Одессы с другими греческими городами. Мы видим неограниченные возможности нашего сотрудничества, и в наших руках и в руках Одессы, чтобы все наши планы стали реальностью. Девизом греческого консульства в Одессе является «Больше Греции в Одессе». И это наша личная цель.